Дорогой автомобиль, бешеная скорость и полное игнорирование правил дорожного движения. Видео так называемых подвигов столичного водителя возмутили интернет-пользователей и автолюбителей. Выезды на встречку в центре Минска, парковки нигде разрешено, а где хочу, и объезд пробок по тротуару. Эти видео – наглядное пособие, как нельзя вести себя на дороге. Их автор – юный футболист второго состава одного из столичных клубов. Своими видеоотчетами он активно пополнял личную страницу в соцсети. Дерзкое поведение водителя заинтересовало правоохранителей, и сейчас проверку проводят в Следственном комитете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. А что думают минчане о таких выходках на дороге? Ну, этим хочет заработать себе, наверное, для славы какие-то бонусы. Таких людей нужно привлекать к уголовной ответственности. С нарушением ПДД я всегда только негативно отношусь. Человек хочет водить машину, то он должен соблюдать какие-то правила. Он должен понимать всю ответственность. Ваша информация может стать поводом для сюжета. Звоните на телефон горячей линии 029-1-600-700. И помните, в делах большого города не бывает мелочей. А дежурили сегодня по столице Екатерина Чичерова и Антон Нехай, СТВ.